Сегодня делаем жареную картошку за 15 минут. Когда вам нужно сделать быстрый и красивый гарнир, например, к мясу, есть один лайфхак, которым пользуемся постоянно. Нам понадобится, само собой, только картофель. Сначала режем картоху. Размер выбирайте тот, который подойдет к вашему горячему. У меня средний размер, а-ля картошка по-деревенски. Затем отправляем все это в пакет, обычный пищевой пакет. Солим. Прямо в пакете перемешиваем, делаем пару надрезов ножом и в микроволновку на 8-9 минут, в зависимости от мощности вашей печки. Тем временем включаем плиту, сковорода и добавляем масло. Достаем картоху из микроволновки, отправляем на огонь. Периодически помешиваем. Пять минут и готово. Вот такая неразваренная, хорошей формы и отличного цвета жареная картошка готова. Немного зеленого лука для подачи и уже хочется есть. Приятного аппетита! Пишите в комментариях, полезен ли для вас этот способ. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Удачи!